Я хочу привітати нашого гостя. Це є громадський діяч та ведучий ресурсу «Ходорковський лайф» Сергій Асланян. Сергій, здравствуйте. Здравствуйте, рад вас видеть. Медуза говорит, что им попали в руки методички, да, которые Кремль раздал пропагандистским каналам, чтобы те говорили о немедленном мире, что вот Путин готов к миру, что он хочет не прекращения огня, а закончить войну. Ну, понятно, что он хочет, имея в виду, оставить себе 4 региона Украины. В чем суть этих предложений, чего действительно хочет Путин? Он реально хочет закончить войну, потому что экономика – это факт, это говорят все, даже в Центробанке, заместитель Центробанка России тоже говорит, что на экономику России ждет просто остановка и провал. Нуждается ли Путин реально в том, чтобы война закончилась? Брежнев, когда вводил войска в Афганистан, он вводил туда за мир. Когда Советский Союз устраивал гражданскую войну в Анголе, это потому что за мир. Когда Советский Союз воевал на Кубе, это потому что за мир. Когда Советский Союз воевал во Вьетнаме, это потому что за мир. Когда Советский Союз устроил южнокорейскую, ну, корейскую войну между Севером и Югом, это потому что Советский Союз был за мир. Поэтому Советский Союз всегда за мир во всем мире. И Путин всегда за мир во всем мире. И Минские соглашения, на которые приезжали клоуны, приезжали недоминистры, недоспециалисты и уж точно не самые квалифицированные политики и стратеги. А приезжал там Мединский какой-то, который, в принципе, мягко говоря, не авторитет, не компетентен и не образован. Но это были российские мирные инициативы, которые Киев не выполнил. А Советский Союз и Россия современная, они были за мир. Но это только плохая Украина взяла и уклонилась от того, чтобы всерьез рассмотреть эти очень весомые, очень качественные, очень взвешенные способы решения, достижения мира. Потому что война, конечно же, это плохо, а Россия, конечно же, за мир. После чего Россия устроила конкретную уже кровавую бойню в Украине, потому что она тоже за мир. И когда Путин с какими бы то ни было мирными инициативами выступает, так это потому что в учебнике так написано, что Брежнев всегда за мир, так и Горбачев тоже всегда за мир, так ведь и Хрущев за мир, и, кстати, Сталин тоже за мир во всем мире, но только на своих условиях. И когда мы пытаемся всерьез обсуждать путинские инициативы, там нет никаких инициатив. Но для внутреннего употребления есть четкое совершенно понимание того, что Путин самый хороший. Это вот Украина никак не угомонится, потому что ей очень нужно продвижение блока НАТО на восток, ей нужно обязательно захватить озеро Байкал, ей обязательно нужна русская тайга, потому что без нее она не проживет. А вот Путин, он за мир. И Путин – это жертва, ведь это же Украина напала на Россию. Ну, буквально должна была завтра напасть, но так получилось, что просто Путин умнее оказался, поэтому он напал первым, но это от неизбежности. И Путин, конечно же, всегда только за мир. Так из поколения в поколение. У него в кабинете, в котором он сидит, там написано, что мы всегда за мир. Всерьез обсуждать бесполезно. Никаких мирных инициатив нет, потому что это не мир, это аннексия. То есть я пришел, завоевал, но я не дозавоевал, поэтому вы, пожалуйста, то, что я не доел, если можно, принесите мне на подносики. Знаете, я хотел съесть всех ваших детей, но съел только одного. Вы, пожалуйста, еще двоих быстренько четвертуйте, по частям мне их пришлите, я их дожарю, и это будет на моих условиях прекрасный совершенно вариант примирения. Но внутри России никто же не читал, никто же не разбирался. Все знают, смотрите, наш-то за мир, а Украина-то оказывается против. Путину очень выгоден процесс войны. Когда Россия устраивала войну, когда Ельцин устраивал войну с Чечней, ведь врага выбирали по списку. Так, на кого нападем? На Адыгею. Нет, Адыгея слабые, эти сдадутся. Давайте нападем на бурятов. Буряты получше, буряты, они, если что, будут воевать, но, наверное, тоже уклоняться, они все-таки буддисты, они просто разойдутся по степи и спрячутся в лесу. Давайте какую-то такую войну, чтобы надолго, потому что это оживляет экономику, потому что все моногорода военного производства, они тут же немедленно получают гособоронзаказ, и патронный завод, который не умеет делать больше ничего посреди тайги, начинает делать патроны. Эти патроны наконец-то находят своего потребителя, мы за все за это платим, и целый город спасаем от голода, потому что иначе он дотационный. А так, когда он делает патроны, он наконец-то кому-то нужен. И тогда выбрали Чечню, именно потому что было понятно, что Чечня на мир не пойдет никогда. Она, собственно, по сей пор и не угомонилась. И та же самая война с Украиной.
ее невозможно остановить, потому что наконец-то заработал Уралвагонзавод, который был до этого никому не нужен. Заработали все остальные производства. Вот наконец-то Россия освоила производство иранских шахедов. И это тоже инновационно, потому что до этого Россия вообще не понимала, что такое дроны, с какой стати они нужны, потому что на поле боя нужен генерал на коне, который с шашки покажет, куда воевать, чтобы пехота побежала. Оказывается, дроны нужны. И останавливать весь этот сегодняшний прекрасный совершенно сценарий, с какой стати? А то, что российская экономика в провале, так она в провале с 2008 года, так она начала падать, на самом деле с 98 года, с дефолта, когда целое государство объявляет дефолт. Потом 2008 год, потом 2014 год. Российская экономика в кризисе. В 2008 году на одном из совещаний в Министерстве промышленности обсуждался вопрос эффективности производства в России. И тогда крамольная мысль, она, кстати, была опубликована, прозвучало в средствах массовой информации, еще не до конца задушено, о том, что выход русского мужика в производство, когда он встает к станку, приводит к разорению предприятия. Самое лучшее, что можно придумать в 2008 году, исходя из экономических реалий, это нефтяная рента, когда никто в стране не работает, а деньги приходят от продажи энергоресурсов. И тогда нет ущерба, потому что человек, вышедший на работу, к станку, он испортил материалы, ту деталь, которую он сделал, потому что она никому не нужна. У него амортизация станка, у предприятия фонд заработной платы, социалка плюс ЖКХ. Нужно платить за отопление, за вентиляцию, за канализацию, за воду, за свет, за все на свете. Вот лучше бы этого не было. То есть экономический кризис в России датирован 2008 годом. Чем 2024 год сильно отличается от 2008-го, когда тогда, конечно, было некое подспорье, все-таки нефть торговали. А сейчас что? Сейчас то же самое. Продажа нефти в России только выросла. Это с газом трудности, но в целом Россия выкрутилась. Поэтому, если вдруг кто-то считает, что Россию можно экономически задавить, и Путин получает от Набиуллиной, от министра финансов, тревожные звонки о коллапсе экономики, финансовой системы и уничтожении банковской системы, так оно так всегда было. Почему в России всегда существовала теневая экономика, ФСБшная? Почему всегда в России никуда не девался и никуда не денется оборот черных денег, ну, серых денег? Почему все серые схемы работают? Почему Ходорковского посадили в тюрьму, когда он предложил сделать экономику, работающую в белую? Потому что это недопустимо. И когда у тебя есть экономические показатели в цифрах, там написано «в стране конец». Этот конец датирован 2008, а не 2024. А у тебя есть еще при этом теневая экономика. Когда тебе Америка поставляет для шахедов, пожалуйста, всю электронику. Потому что в этих иранских российского производства в Татарстане «Геранях-2» в них элементная база американская. И 2,5 года Америка разводит руками, говорит, да мы что-то не понимаем, откуда это взялось. А КАМАЗы, которые убивают украинцев и везут на себе ракеты, панцири, «Катюши», системы залпового огня, они едут на цилиндропоршневой группе американской фирмы Federal Mogul, 5 заводов которых работают в России. Америка же никакими санкциями не потребовала вывести американское производство важнейших деталей для российских КАМАЗов, на которых российская армия воюет в Украине. Нет, конечно, все 5 заводов по-прежнему работают. И все 5 заводов по-прежнему производят ту самую продукцию, благодаря которой КАМАЗ едет в Украину и убивает там людей, являясь носителем вооружений. Америка же по этому поводу не предпринимает абсолютно никаких шагов. То есть Путина остановить в этой ситуации нельзя, потому что за него та же самая Америка. Пусть воюет, пусть американские фирмы продолжают помогать. Пусть продается российская нефть, пусть продаются российские алмазы, российское золото, пусть продаются и покупаются российские наркотики, потому что Россия один из ключевых игроков наркобизнеса на планете Земля. И случайно из Аргентины бортом номер один кокаин вывозили на президентском самолете под охраной ФСБ, прямо-таки в Москву, потому что это был очень серьезный контракт с аргентинскими товарищами. И в этой ситуации у Путина ничего не изменилось. Мы с вами смотрим официальные цифры. Набиуллина бьет тревогу. Мантуров, вице-премьер, бьет тревогу. Мишустин, премьер-министр, объясняет, что в экономике есть определенные трудности. А в серой экономике, которая является истинным лицом России, все хорошо. А нефть продается. А наркотики продаются. А деньги приходят. А микросхемы поступают. А Америка не считает нужным остановить производство деталей, из которых делаются КАМАЗы. И для Путина это война, благо. Для него здесь нету поражения. Продолжение войны
прекрасная, стабильная ситуация, хорошо работающей на военных рельсах экономики. И при этом Путин за мир. Но его не слушают. Украина не хочет мира. Украина хочет войны. Коварный Запад хочет войны. Поэтому миротворцы Путина в очередной раз все обидели. А экономика у него прекрасно себя чувствует. Продолжение войны не меняет вообще ничего. Но в случае, если ему вдруг подарят победу, и на его условиях прекратят войну, тогда он российскому народу подарит часть Украины, скажет, смотрите, я верну, и продолжит готовиться к войне, потому что пока он Украину не доест, при всеобщем западном попустительстве, то, конечно же, он не остановится на этом и будет готовиться, и обязательно ее продолжит. Только потому, что весь мир ему это позволит. Мы с вами обсуждаем легальные цифры. То же самое, как социология. Сколько людей поддерживает Путина? Нисколько. Но они всегда согласны кивнут головой и скажут, конечно, мы за Путина. Что происходит в российской экономике? Посмотрите на Набиуллину. Она бьет тревогу. Нет, российская экономика – это не Набиуллина. Это вершина айсберга. Россия – это теневая страна, и экономика тоже теневая. Так же, как власть теневая, олигархи теневые, нити управления государством теневые. Не случайно же в России нет ни одного предприятия, на котором не будет смотрящего от ФСБ. Раньше был смотрящий от банды, теперь смотрящий от ФСБ. То есть ФСБшники в штате есть во всех банках, во всех заводах, во всех предприятиях. Потому что эта страна управляется тайной полицией. И у Путина 2024 год, июль, экономически, политически, геополитически, ничем не отличается от ситуации, по большому счету, 2008 года, когда экономика у него уже умерла, но о чем никто не догадался и не заметил. А политиком он тогда был, пожалуй, послабее, а сейчас номер один на планете Земля. Не отсюда подкрадется смерть к тому самому Путину, которого во что бы то ни стало необходимо все-таки остановить. Не от коллапса экономики и снижения показателей и котировок. А откуда тогда, Сергей? И если она подберется, то когда? Она подберется только тогда, когда Путин объявит военным преступником. Когда Усаму бен Ладена объявили военным преступником, как бы он ни прятался, его нашли и грохнули. Сергей, также хотел бы вспомнить борт Колокольцева, руководителя МВД, который, говорят, летал вот буквально на неделе, на прошлой неделе в Соединенные Штаты Америки. Насколько вы можете поверить в то, или, может, знаете, что есть какие-то тайные договоренности между Кремлем и Вашингтоном о ведении войны? Потому что, вот вспоминаю я ракеты АТКМС, которые бьют на 300 километров, вот Белый дом не позволяет бить по аэродромам России, с которыми слетают вот эти бомбардировщики, которые и бомбят Украину. Почему-то не хотят, чтобы бомбы не падали на наши города. Почему так? И реально, есть ли какие-то, думаете, договоренности между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией? Всегда есть официальная позиция, когда тот же самый Советский Союз боролся против мирового империализма и Соединенных Штатов Америки. И при этом военные самолеты российские летали в Америку совершенно спокойно, садились на закрытые американские военные базы, потому что одно дело политика для плебеев, а другое дело реальные дела между конкретными мужиками. Колокольцеву в Штатах делать нечего. Министру внутренних дел, у которого распоясавшаяся ментура спивается потихонечку по городам и весям России и забивает в околотки на допросах населения, ему нечего делать в Америке. Ни по какому пункту у него нету пересечения вопросов и даже по обмену опыта. Разный опыт. То есть лично Колокольцеву в Штатах делать нечего. А любому советскому самолету слетать в Америку во времена холодной войны, во времена обострения и кризисов, это абсолютная норма. Летали во все времена. И сейчас слетать в Америку то же самое, как российскому олигарху с женой слетать в Куршевель. Он спокойно садится на свой бизнес-джет и совершенно спокойно летит. И одно дело официальные рейсы, официальные запреты, официальное эмбарго, а другое дело деньги. Он заплатил, и он полетел. И если нужно вот на сегодняшний день кому-нибудь, неважно кому, из России в Европу, в Америку, он совершенно спокойно садится и улетает туда. Это не простой человек, у которого паспорт и пограничный таможенный контроль. Это нога, у кого надо нога. Поэтому садится и прилетает. И все жены олигархов Российской Федерации этим летом отлично отдыхают на лучших курортах мира.
и ничто им не в состоянии помешать. И поставки мерседесов из Германии продолжаются, несмотря на то, что Германия не торгует мерседесами с воюющей Россией. И Lamborghini по-прежнему в России в топ-10 предметов роскоши. Раскупаются, как горячие пирожки, потому что поставляются прямо вот оттуда, из Италии. Lamborghini не делают в Китае, их делают только в одном месте. И они нормально совершенно приходят в Россию. Ну что, что война? Просто чуть дороже получается. Поэтому какой-нибудь Колокольцев, отправившийся на Запад, ну, ему там делать нечего, но его самолет туда совершенно спокойно может слетать. В том числе за жвачкой, новыми джинсами, потому что, ну, уже пора купить себе все-таки возраст. Американский, настоящий, а не какую-то там китайскую подделку. И двуличный Запад, он такой. Ему выгодно, и он будет за спиной у Украины продолжать все то же самое, что он делал всю жизнь. Он боролся с Советским Союзом, и потакал Советскому Союзу, и помогал Советскому Союзу. Сергей, последний вопрос. Вот президент Финляндии Стуб сказал следующее, что только один телефонный звонок от Си Цзиньпиня остановил бы Путина и войну. Насколько реально можно предполагать, что Си Цзиньпин настолько влияет, настолько имеет влияние на Россию и Путина, что один телефонный звонок все остановит? Финляндия должна была поднять котировки Си Цзиньпина и сказать ему, знаешь, что ты на самом деле более великий, поэтому ты управляешь миром. Если ты хочешь, ты прикажешь солнцу сходить или садиться. Поэтому, пожалуйста, мог бы позвонить, уж с такого труда тебе это особо не составит, и остановить войну. В принципе, мы помним, что не так давно Си Цзиньпин одним звонком вывел российские войска из Казахстана. Когда был новогодний кризис в Женеозене, и когда пришлось вводить туда войска ОДКБ, которые пришли своим присутствием порядок навели без единого выстрела, а потом Си Цзиньпин выгнал их обратно. Именно одним звонком. Поэтому Путиным управляет Си Цзиньпин. И он может действительно позвонить. И если не остановить войну сразу, то сильно приблизить конец войны. Потому что, в принципе, конечно же, на сегодняшний день войну в состоянии остановить Америка. У нее есть даже два варианта решений. Один в пользу Украины, другой не в пользу Украины, но оба с одинаковым концом война закончится. И Си Цзиньпин второй, кто может действительно, если не остановить, то очень сильно повлиять и приблизить окончание войны. В этом отношении Финляндия подтолкнула его к мысли о том, что вот если бы ты попробовал, то тебе бы и воздалось, а во-вторых, скорее всего, тебя бы ждал успех. Не значит, что Си Цзиньпин может это сделать, но если бы он постарался, он бы определенного успеха более весомого, чем все остальные потуги, конечно, бы достиг. Сергей, большое спасибо за этот разговор. Я вот понимаю, что есть люди, которые вот Китай, да, Си Цзиньпин, Белый дом, Джо Байден или там будет Трамп, я не знаю, но есть те люди, которые могут все изменить. Только бы желание, политическое желание и понимание, что это нужно заканчивать эту войну, потому что будет становиться, мне кажется, только хуже и хуже, если Запад, наши партнеры будут только вот удивляться тому, на какие еще шаги может идти Путин. Спасибо вам большое. Слава Украине. Героям слава. Мы часто говорим про ИПСО, но, наверное, не до конца понимаем, насколько это серьезный механизм. Как вы видите вот эту вот работу россиян в информационном поле по склонению Украины к путинским условиям капитуляции? Ведется ли она сейчас, и видите ли вы какие-то особенности, активизацию, может быть, в последнее время? Ну, она ведется вот такими путинскими заявлениями больше, да, но вообще, когда мы говорим про ИПСО, ИПСО подразумевается, что это какая-то операция, которую разрабатывают люди, которые логично просчитывают, значит, цели ИПСО, которые просчитывают результаты ИПСО, которые говорят, вот если мы проведем то-то, то-то и то-то, то надеемся, что получится то-то и то-то и то-то. И как я вам только что сказал, что в результате получается противоположные вещи. Вот посмотрите, даже вот сейчас во время второго, между первым и вторым туром выборов во Франции,
Вот по идее там, значит, набирал большие проценты национальный фронт или национальное объединение Марины Ле Пен, которое потенциально связано с Путиным там и, так сказать, предрасположено к взаимоотношению с Путиным. И вот, казалось бы, по логике этой, вот если там была бы какая-то логика взаимодействия, то нужно было бы им молчать, потому что у национального объединения Марины Ле Пен были довольно хорошие перспективы на второй тур. И тем не менее, почему-то Министерство иностранных дел Российской Федерации вдруг публикует какую-то вещь, и вот та же самая Марина Ле Пен, когда она, значит, видит эту вещь в среду, во время, прям вот ей предъявляют это во время интервью по Первому каналу французского телевидения, она говорит, я этого не понимаю, это какая-то провокация, это вмешательство во внутренние дела. Вот и дальше дает интервью и сказала, что вот если бы Российская Федерация вообще хотела бы ей помочь, она вообще никогда бы не опубликовала такую вещь. То есть на самом деле тут создается вопрос вообще, а есть ли какая-то координация этого ИПСО? А вот есть ли какая-то координация вообще каких-то действий? То есть понятно, они делают гадости. Ну вот у них такое желание, вот вы знаете, я все время вспоминаю эту историю про скорпиона, который просит черепаху перевести его, значит, через большое озеро или там через реку. Вот черепаха ему говорит, ну ты же меня можешь укусить, и тогда, так сказать, мы погибнем. Он говорит, ну как же я могу тебя укусить, если я буду ехать на твоей спине, от тебя зависит моя жизнь и так далее. И они выплывают на середину реки, и скорпион ее кусает. И черепаха говорит, ну ты же говорил, что не будешь меня кусать, но вот где логика-то вот у тебя? А скорпион, ну, поэтому анекдот, извините меня, он такой немножко грубоватый, он говорит, ну, вот такой я... Вот у меня такое впечатление, вот Путин это вот такой... То есть он просто не может действовать по-другому. То есть у него какая-то психиатрия абсолютная в голове. И у российской власти, которая завязана на Путина и которая не может делать ничего, кроме того, что в голове, а у Путина явно совершенно... в голове Путина. И российская власть, получается, делает такой же, как и Путин. Каким образом вот всех этих террористов, которые сегодня там планировали, выпускали ракету, этих же летчиков, так называемых, каким образом их всех привлечь к ответственности, какой может быть механизм? Потому что, насколько я понимаю, в мировой истории, вот кроме как Второй мировой войны, таких прецедентов еще не было. Ну, на самом деле, ваше управление разведки и ваши вооруженные силы и ваши правоохранительные органы собирают информацию о всех тех, кто проводит такие удары. Вот они знают их поименно иногда даже, знают номера частей, знают номера самолетов, знают номера, значит, их командиров и так далее. И все это закладывается в базу данных. Каждый такой удар, значит, документируется специально, и потом, когда закончится война, всем тем людям, которые наносили такие удары, им будет предъявляться обвинение в воинских преступлениях. Вот другое дело, что, вот, как я вам говорю, на стороне, которая будет обвинять этих летчиков, будет лежать бремя доказывания, что они знали, что они бьют по гражданским целям. И это довольно сложно будет доказать. То есть мне кажется, что это можно будет доказать вот в штабе, где планируются цели, где берутся эти цели. Вот там те люди, которые знают, куда надо, вот которые выбирают координаты тех целей, по которым будет нанесен удар, вот по ним их можно будет довести до суда, а летчиков будет довольно тяжело довести до суда, тем вот тех, которые там били с Каспия, которые запускают за 500 километров или там за 800 километров крылатую ракету, и они не знают, куда она летит. Ну вот вы говорите, что там в Генштабе знают точно, куда они отправляют эти ракеты. И есть видео в интернете, как я уже говорила, прицельного удара крылатой ракетой по этой больнице. Вы как сотрудник, экс-сотрудник КГБ внешней разведки, можете ли вы рассказать, как обычно вот подобные вещи планируются россиянами? То есть что это? Идет разведка, собираются данные? Или каким образом это все происходит? Вот как планируется удар, скажем, по обычному гражданскому объекту детской больницы?
Да, я думаю, что, в принципе, на уровне Генерального штаба есть Главное управление разведки, которое собирает данные по целям. Потом это может быть идти от агентуры, это идет от какой-то космической разведки. Вот конкретно какая именно агентура и почему именно это место указано. Ну, то есть, в принципе, вот в нормальных состояниях, в нормальных условиях во время войны выбираются, прежде всего, цели, которые представляют военную опасность для страны. То есть ищутся командные пункты, ищутся какие-то скопления, размещения военнослужащих и так далее. Вот каким образом у них получается, что вместо этого они бьют по роддомам и по больницам, это довольно тяжело сказать. Вот. Но вы знаете, вот раньше, там, когда начиналась эта война, и когда даже захватывались в плен российские военные, например, была констатация, что их запускали со старыми советскими картами. То есть у них еще какие-то там карты в Генштабе, которые там со времен ООНа, значит, еще там советских времен, где совсем другие там цели какие-то есть. Вот такие вещи констатировала украинская сторона, что они просто у них даже карты не актуальные. Вот у них там есть населенные пункты, которых уже нету на территории Украины. И они еще, по-моему, до сих пор там их ищут на этих картах. То есть здесь довольно тяжело говорить об уровне компетенции, потому что в Российской Федерации вообще уровень компетенции очень сильно упал за последние 30 лет. Вот, и исходить из того, что у них там все замечательно, это, я думаю, большая ошибка. Они просто, ну, иногда, наверное, я не знаю, там, может быть, они просто от балды берут, там, я не знаю, им же надо доказывать своему командованию, потому что, допустим, разведывательная служба, у которой нет источников и которая не знает, куда бить, а им надо все равно, от них требуют какие-то цели, и они могут даже выдумывать это дело. Вы знаете, также работали резидентуры КГБ в свое время, когда люди просто переписывали западные газеты и говорили, что это, значит, донесение от каких-то секретных агентов, которых они вербовали, которым они якобы деньги там уплачивали и так далее. То есть нельзя исключать, что это просто прикрытие, что это просто люди выдумывают что-то просто для того, чтобы не стало очевидно их военная некомпетентность. Ну вот то, что сказал Владимир Зеленский, что реально Россию могут остановить Китай, США и ЕС. И что, как вы уже сказали, что Орбан здесь не является посредником, сейчас между Россией и Украиной никакого посредничества нету. Я понимаю, что этот вопрос, он может быть достаточно объемным, но если мы с вами в этом разговоре пришли к тому, что у Путина просто реальная психиатрия, и там в приближенных к Путину нету никакой логики действий, то каким образом, кроме как силовым, можно на Путина и на его приближенных надавить? Ну, вот, кстати, в дополнение к психиатрии, вот смотрите, значит, к Путину приезжает Орбан, да, который говорит, что я, так сказать, предлагаю себя в качестве посредника. Буквально за два дня до этого у Путина идет разговор с Эрдоганом, и Путин Эрдогану говорит, что мне не нужны никакие посредники. Путин это озвучивает уже Эрдогану, что вот Турция предлагает себя в качестве посредника. И Путин говорит, не Турция, мне вообще никакие посредники не нужны. И тут приезжает Орбан, и Путин его принимает. То есть вот никакой человеческой логики здесь уже нету. То есть если ты два дня говоришь одно, а через два дня говоришь другое, и принимаешь какого-то человека, которому, если ты Эрдогану отказываешь в том, что в его усилиях стать посредником каким-то, а Орбан какой-то, который еще хуже, чем Эрдоган, потому что, ну, в принципе, у него меньшая значимость и меньшее влияние на того же самого Путина, вот, и ты его принимаешь и говоришь уже, что вот, значит, давайте, хорошо, что он приехал, будет посредник, то, в принципе, вот это и есть психиатрия. Здесь вообще никакой логики абсолютно нету. И искать эту логику – это очень неблагодарное дело. Вот, извините, все-таки вернусь к вопросу, какой есть выход? Вот как реально могут в таком случае ЕС, Китай и США повлиять на эту вот кремлевскую верхушку?
Ну, Китай может повлиять на Российскую Федерацию очень легко, потому что Китай является главным экономическим партнером Российской Федерации. То есть, грубо говоря, Китай может прекратить, значит, какие-то свои отношения экономические с Российской Федерацией, и Российская Федерация просто загнется экономически. Но мы должны понимать, что Китаю это невыгодно. Китай вынужден признавать какое-то давление американское. Вот когда американцы говорят, что там вы не можете принимать, проводить какие-то платежи и так далее, но Китай тогда устраивает бартер, потому что все остальное ему выгодно. Это неоднократно все эксперты говорят, что Китаю выгодно ослабление Российской Федерации, ему выгоден тлеющий, но долгосрочный конфликт военный в Европе, потому что он ослабляет всех, он ослабляет Российскую Федерацию прежде всего, но он отвлекает внимание Соединенных Штатов Америки, отвлекает ресурсы Соединенных Штатов Америки на урегулирование этого конфликта и так далее и тому подобное. Поэтому Китаю, в принципе, нет никакого интереса. Вот. У Соединенных Штатов Америки мы понимаем, что у них была бы возможность урегулировать этот конфликт просто силовым путем, то есть дать Украине все то, что ей Байден обещал. То есть в 2022 году Байден, президент Соединенных Штатов Америки, который отвечает за свои слова, говорил, что Соединенные Штаты Америки никогда не бросят Украину и дадут ей все, что ей нужно для того, чтобы отразить эту агрессию и для того, чтобы победить в этой войне. После этого выяснилось, что Байден врал, когда он это говорил. То есть он на самом деле де-факто отозвал свои слова. Он сказал, что эти слова не являются его обязательством публичным, хотя это было озвучено публично. Вот. По этому поводу возникает вопрос. И то, что мы видели за последние 8 месяцев, когда Соединенные Штаты Америки просто, не скажу целенаправленно, но получалось так, что, в общем, 6 месяцев не могли никак проголосовать. И это упиралось, в общем, в руководство, в том числе и в Байдена, да, потому что он не соглашался разделить пакеты при голосовании в парламенте. Республиканцы говорили, что они не будут голосовать за общий пакет, и только тогда, когда Байден согласился разделить пакеты, республиканцы за них проголосовали. То есть, в принципе, они доказали, что если бы Байден разделил эти пакеты в октябре прошлого года, то весь этот пакет был бы проголосован в октябре прошлого года. Но Байден упирался, и вот теперь возникает вопрос, он упирался, потому что у него какие-то расчеты, или потому что он просто выжил из ума, и он является дуном, как он это доказывает сейчас во время дебатов, и когда люди говорят, а вообще понимает ли он то, что он делает. Да, вот, то есть возникает очень много вопросов на самом деле. Соединенные Штаты Америки в прошлом году сорвали украинское наступление тем, что не предоставили Украине вовремя ту военную помощь, которая должна была позволить Украине провести это контрнаступление. И это было практически тоже целенаправленное действие Соединенных Штатов Америки. То есть возникает вопрос, а вообще, что реально думают Соединенные Штаты Америки, что реально видят Соединенные Штаты Америки и байденовской администрации, потому что Байден тот же самый, значит, Конгресс с обеими палатами в 2022 году проголосовал ленд-лиз, но Байден его не подписал, он не запустил, потому что Байден не захотел этого запустить. То есть на самом деле возникает очень много вопросов по поводу, в том числе, к администрации Байдена. Я благодарна вам за этот разговор, за этот откровенный разговор, скажем так. Спасибо, что вы присоединились к нашему стриму, к сотруднику КГБ и службы внешней разведки Сергей Жирнов.